Канаде автобус влетел в остановку. Есть жертвы. 4 человека погибли и более 20 пострадали при наезде двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. Двухэтажный автобус наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате происшествия погибли 3 человека, еще 25 пострадали, сообщил мэр города Джим Уотсон. По словам медиков, 14 госпитализированных находятся в критическом состоянии, еще 11 – в тяжелом. Авария произошла на транзитной станции района Вестборо. Женщина, водитель автобуса, задержана, ее допрашивают. По факту ДТП ведется расследование, проверяются записи с камер наблюдения и данные очевидцев. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП. «Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», написал он в Твиттер. В Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей. Напомним, ранее в Германии автомобиль врезался в толпу людей. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.